родился 9 мая 1967 года в Москве в семье актрисы Ирины Константиновны Скопцевой и режиссера Сергея Федоровича Бондарчука, став вторым ребенком в семье. Старшая сестра Алена Бондарчук, актриса театра и кино, его воспитанием занималась в основном бабушка Юлия Николаевна. Федор закончил художественную школу и среднюю школу номер 31 секунду английским уклоном в Москве, в Леонтьевском переулке. По окончании школы в 1985 году Федор поступает в ОВГИК на режиссерско-постановочный факультет. Мастерская Игоря Ланкина. После года обучения в институте уходит в армию. Отслужив некоторое время в Красноярске, попадает в кавалерийский полк Таманской дивизии. В 1987 году снова возвращается в институт, но уже в мастерскую Юрия Озерова. Успешно совмещая учебу со съемками в киноэпопее «Сталинград» у своего же педагога, эта роль стала второй в актерской карьере Федора Бондарчука. Дебютировал он в 1986 году с небольшой ролью «Царевич Федор» в исторической драме своего отца Сергея Бондарчука, Борис Годунов, о которой он вспоминал: «Отец был строг со мной. Он был и остается для меня фантастическим, незыблемым авторитетом. Это была ужасная ответственность, когда я приходил со съемок. Из меня буквально подвыжимали. Мне очень сложно давалась роль». В 1991 году учеба в ОВГИК была благополучно закончена.